руководитель команды БФУ имени Канта Жданович Дмитрий. Итоговый счет первой игры домашнего тура 1-0. Довольны ли именно таким стартом? Ну, конечно, недовольны. Домашний тур, нужно набирать очки, чтобы остаться в премьер-группе. Но играли достойно, бились до конца. Поэтому к ребятам вопросов нету, но хотелось бы, конечно, чуть большего. Но я думаю, что на ничью мы наиграли в этом встрече. Можете ли выделить кого-то из футболистов, кто, на ваш взгляд, совершил наибольший объем работы на поле? Не хотелось бы кого-то выделять. Все отыграли на своем уровне и даже выше. Поэтому... Исходя из сегодняшней игры, будут ли какие-то тактические изменения перед завтрашней встречей с саратовцами? Мне тяжело об этом судить. Я все-таки не тренер, а руководитель команды. Я думаю, завтра мы это увидим на поле. Главный тренер команды обязательно что-нибудь примет, чтобы в следующем матче мы выступили более достойно и набрали очки. Спасибо. Спасибо.